Обманутые дольщики. В Саратове этот вопрос стоит достаточно остро. На сегодняшний день в реестре проблемных числится 27 домов области. Проблему обсудили в Общественной палате региона. В частности, общественники поговорили о новом законопроекте, который предлагают областные депутаты. Для решения проблемы обманутых дольщиков планируют создать фонд жилищного строительства, который будет иметь статус некоммерческой организации. В этом году приняли изменения в земельный кодекс, согласно которым органы власти теперь могут выдавать земельные участки под строительство некоммерческим организациям в безвозмездное пользование. Значительная часть наших обманутых дольщиков, в всяком случае больше 2000, это те, кто не смогли дождаться своих жилых помещений в силу замораживания домов. Они в рамках изменившегося в 2012 году законодательства о банкротстве, где был введен целый раздел, связанный с банкротством застройщиков, должны будут формировать жилищно-строительные кооперативы. По замыслу депутатов, дольщики будут формировать ЖСК, а после этого начнутся поиски средств на завершение строительства домов-долгостроев.